Элой! Элой! О, как много ягод. Ты у нас настоящий добытчик, Баст. Ну иди, еще не... Умница, хороший мальчик. Дети, уходим. Она изгой, дети. Не смотрите. Ну-ка. О, пойдем. Но вроде можно пролезть. О, тут крысы бегают. Это осталось от Железного мира. Древние развалины. Раст не разрешает мне ходить по таким местам. Надо искать отсюда выход. Что-то виднеется. Что это? Мертвец. Вон там что-то блестит. Огоньки. Они везде. Как она работает? Железная дверь. Заперта. А если эта штука поможет найти выход?
Опять огонь? Фигура. Она как-то связана с дверью. Цвет поменялся. Дверь тоже поменяла цвет. Что это? У него тоже такая штука, как и я нашла. Думаешь, мне это нравится? Я ничего не мог сделать. Он у тебя за спиной. Привет! С днем рождения, Айзек! Папочка тебя очень любит, крепыш! Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем. Покажи. Покажи еще раз. Не мог сделать. Он у тебя за спиной. Привет. С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш. Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем. С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш. Чего они умерли? Что случилось? Элой! Элой! Он меня нашел! Я здесь! Я иду! Хвала великой матери! Скорее! Хватайся! Нечего тебе там делать. Давай. Это запретное место, Элой. Да упала я. Это железный мир. А это что в волосах? Ничего. Ты нашла это внизу? Нет. Дай сюда. Нет. Элой! Такие вещи опасны! Нет! Ладно. Раз ты теперь шастаешь где хочешь, пора заняться твоим обучением. Все, пошли. Домой. А завтра с тобой мы пойдем на охоту. Эти фигуры, что они значат? Так, бери свой лук.
Хватит шептаться с этой игрушкой. Спускаемся в долину. За мной. Будь внимательной, Элой. Тебе нужно держаться рядом со мной и делать, что я говорю. Я знаю. У тебя еще не зажила рана после вчерашнего падения, так что с этого и начнем. Возьми сумку для лекарств. Я скажу, что положить. Видишь вот это растение? Оно называется бальзамник. Иди собери с него ягоды. Хорошо. А теперь съешь их. Да, они горькие. Зато могут спасти тебе жизнь. Всегда держи под рукой запас целебных ягод, цветов и растений. Где это мы? Это долина – часть объятий Великой Матери. Объятий? Эти земли оберегает племя Нора. Хищные машины здесь не бывают, как правило. Ниже по течению будет стадо машин. Я покажу тебе, как на них охотиться. Они опасны? Все машины опасны, Элой. Их силу нужно уважать. Но с тобой буду я. Элой, вон машина. Пригнись и живо за мной в заросли. Не отходи далеко. Тихо. Не высовывайся. Малыши. Нет, Элой. Такие машины зовутся рыскарь. Надо уметь от них прятаться. Иначе тебе здесь не выжить. Я покажу. Слушай и делай как я. Замри. Пускай пройдет. Теперь иди за мной вон туда, в заросли. И не шуми. Стоп! Еще один! Подожди. Так, теперь за мной. Медленнее идешь, меньше шумишь. Пригнись и крадись. Шума совсем не будет. Подожди. Это был последний. Идем. Молодец. Тебя не видели и не слышали. Идем. Стадо уже совсем близко. Улыбается. Тэп,
Куда тебя понесло? Деп, ты где? Отвернись. Мы изгои, а он в племени. Может, ему не нравится в племени. Значит, он дурак. Ладно, пойдем искать стадо. За мной. Вон, видишь? Эти называются бегуны. А, брысь! А зачем ты их прогнал? Чтобы показать тебе. Некоторые машины убегают, едва тебя... Таким надо подкрадываться. Не волнуйся. Мы их еще нагоним. Вот увидишь. Теперь иди найди пару камней, чтобы умещались в ладони. Зачем? Не спорь, Элой. Иди набери камней. Я покажу, что с ними делать. Годится. Идем. Вот стадо. Сейчас будем бросать камни. Но камнем ведь машину не повредит. Нет, но можно отвлечь, заманить в ловушку. Видишь, там рыскарь. Надо его убрать, всполошить стадо, и тогда они все успеют разбежаться. Всполошит? Как? Машины общаются между собой, если не заткнуть им пасть. Стой тут наверху. По сигналу бросай камни, гони рыскаря ко мне. Жди сигнала. Элой, брось ко мне камень. Брось камень, чтобы подманить рыскаря. Брось камень, чтобы подманить рыскаря. Вот так. Теперь путь свободен. Забери из него детали для стрел. А теперь нарви стеблей древесника. Вот он растет. Хорошо. Ты уже нарвала стеблей древесника. Из стебля выйдет древко. Из металлических деталей – наконечник. Сможешь сделать новые стрелы, если колчан опустеет. А этим есть применение. Пошли. Сиди в траве тихо и не высовывайся. Пора тебе попробовать силы в охоте. Бегун. Слабая машина, но даже осторожен. Смотри внимательно. Шкура толстая, но есть уязвимые места. Вот глаза. А еще что?
емкость на спине. Это... Еще! Сегодня ты справилась, но тебе еще много всего предстоит усвоить. Завтра опять потренируемся. Что это? Тот мальчик. С тропы испытаний. Идем, быстрее! Поздно машины найдут этого мальчика и растерзают его. Если я выстрелю, стада охватит паника и его затопчут. Но я вижу, куда они пойдут. Хватит уже сочинять. Правда, я могу прошмыгнуть. Не вздумай. Нужно посмотреть, как они пойдут. Ха-ха-ха!
Еще чуть-чуть. Это не игрушка. Стойте. Благослови ее, богиня. Вас обоих. Она парень. Меня спасла. Я просто... Парень! Замолчи! Они оба изгои. А она... безродная. Идем. В сердце матери. Мальчик не должен был с нами говорить. Это запрещено. Пойдем домой. За мной. Я знаю дорогу. Замолчи, парень. Замолчи лучше. Замолчи, парень. Закрой свой рот. Уходи, безродная! Посмотрю. Ну-ка, не дергайся. Сейчас. За что? За что они меня изгнали? Элой, сейчас не время. Кто была моя мать? Элой, я же говорил, нам не дано это знать. Матриархи отдали мне тебя еще младенцем. То есть матриархи знают? Все не так просто. Они знают? Элой, мы изгои. Как добиться от них ответа? От матриархов? Ну, есть один способ. Расскажи мне.
Но это опасно. Как? И надо много лет учиться. Ну и пусть. Что нужно сделать? Скажи. Инициация. Обряд посвящения для молодых. Кто пройдет, станет воином. А самому лучшему матриархи дают награду. Награду? Да, все, что только пожелаешь. Я согласна. Я справлюсь. Я стану лучшей. Ну что ж, тогда пора приступать. Это будет тяжело. На это уйдут годы. Начинаем? Да! Пошли! Раст! 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 Где он? Два дня до инициации, а он куда-то ушел, ничего не сказав?